педагоги, которые за границей отучатся, они уже действительно на... Да, они будут очень хорошими, но я уверен даже в этом, да. Ребята, на самом деле, мне кажется, очень умные, потому что, во-первых, и русская культура, и казахстанская, и теперь еще международная, европейская. Сейчас молодежь. Более продвинутым. Мне нравится в том плане, что и свое национальное, и русская какая-то культура есть, и еще и международный вот этот, ну, как бы микс получается. И это на самом деле, я думаю, это же универсальный получается человек. То есть он куда бы ни поехал, в Европу, там, в России тоже, и, ну, как у себя в стране, естественно, свой человек, везде как бы будет, ну, легко ему будет адаптироваться. Да, слышал. Ага. И вот эта программа, она отправляет студентов за границу, в любую страну, какую ты хочешь. За счет государства. За счет государства оплачивает. И они должны вернуться на государство где-то 5 лет. Они возвращаются и обрабатывают. Они же хорошие знания получают, обрабатывают. Но вот эти люди, которые там сидят, стипендии, причем еще и стипендии, и недавно сидит председатель вот этого Балашаха и говорит, да эти бараны, это он на стипендиантов говорит, эти бараны, говорит, государство за эти бараны вклад, вот так вот раздал, и его, естественно, отстранили, а теперь он говорит, ну я что-то прав, я не могу там Ну, нельзя, молодых нельзя, конечно, молодым, наоборот, надо во всем помогать. Там и деньгами, я не знаю, молодые, это же будущее же страны. Те ребята, которые не поступили, а второй год опять не только поступают. Которые обычные ребята, ну, очень умные ребята, то есть все равно же поступают, или вот таких ребят вообще нельзя пускать. Надо держать их. Отучились, надо возвращать, и чтобы они работали здесь. Ну да, на благо государства. Да, конечно, он работает, а потом. Согласен с вами.